Все лица и организации, о которых мы вам рассказываем, являются вымышленными. Когда-то в 90-х он парень, который родился и вырос в Чили, подающий большие надежды на будущее, решил, что дорога к жизни можно получить через базар. И вроде у него все складывалось неплохо и даже очень. Но наступает момент, когда он начинает понимать осознанно, что надо создавать семью. Но это не помешало расстояние между Малайзией и Турцией. И нет дороги назад.